О, здорово, топор! Ну сколько нам еще тут торчать? Молчать! Сколько надо, столько и будем ждать. Еще раз вякнешь, палец вырву. Надо же, не спят ушлепки. Ну-ка, бомбани по ним как следует, а? Есть что-то стоящее?
Ну, привет.
Эй, сталкер, ты впервые в этих краях? Подойди к нам, не сикай. Может, договоримся об одном дельце? Здорово, мэм! Сталкер, бери того, что в черном плаще. Мой в коричневом. Мужики, себе цели выбирайте сами. Сейчас главное вырубить тех, что у нас на виду, а потом оторвемся без прядок. Вали, козлов! Вырубить тех, что у нас на виду, а потом оторвемся без прятки. Вали, козлов! Алоха, мэн!
не на своей территории. Веди себя достойно, и у нас с тобой не возникнет никаких разногласий. Если есть какие-то вопросы, заглядывай, пообщаемся. Мне интересовалась большая проблема. Проблема не только для моего отряда, но и для всей округи. Загляни ко мне, если тебе интересно. Выкладывай, что там у тебя? Бывай, мужик. Let's go.
Как дела, охотничек? До встречи. Thank you.
Амур, поднимай задницу. Пришло время прогуляться. Так, они недавно тут были, резвились в этом болотце. Ладно, двигаем дальше. Только тише, они где-то рядом. Амур, не уходи далеко. Отобедали, значит, зверушки. Ну, сейчас мы вам подадим десертик. Тихо! Я что-то слышал. Амур, фу! В лагере нормально еды тебе отсыплю. Кончай эту падаль жрать. Тссс, кабаны спят. Слушай, давай-ка их по-тихому накроем, пока не успели оклематься. Все, я почти закончил. Обана, а это у нас кто? Выкладывай, что там у тебя? Давай, свидимся еще.
отправимся на поиски кабана. Да хрена с два, я буду ждать утра. Пока не стемнело, отправлюсь сам и клыки ему повырываю. Охотники вы в конце концов, или пстуны трусливые? Хрентец! Да, пытался выследить тварину, а он из ниоткуда выбежал и сбил меня с ног. Пока валялся в отключке, эта тварь притащила мне свою нору. Черт, больно-то как! Не могу даже пошевелиться. Связь не ловит этой гребаной норе. Я броню где-то ружье, но пистолет с бронебойными еще при мне. Когда Шторк вернется, я ему преподам. Как дела, охотничек? Твою мать! Бывай, мужик. Ну привет, мэм. Давай, рассказывай, как поживаешь? Мы почти пришли. Двигаемся максимально аккуратно. Гляди в оба. Ребята подойдут с другой стороны, и мы обступим эту тварь. Вон она, красотка. Сидит, чешется. Все готовы? Огонь! Просто гроза округи. Сделали за охотников их работу. Ну и нахрена они тогда нужны?